данном видео присутствует ненормативная лексика, жестокие сцены насилия рекомендуются лицам, достигших 18 лет. Всем здравствуйте, с вами Розе, и мы сегодня продолжаем играть замечательную игру Saints Row Remaster. Игра мне очень напоминает чем-то GTA 4 и Postal 2. Если взять, скрестить это все, получится именно вот это. Есть огромный город, и каждая миссия это просто трешак ржачный, непонятный, просто неимоверный взрыв мозга. Есть миссии, которые даже чихахуа на уши не натянешь. Социально, аморально, но в то же время весело. Не зря тут ярлычок 18+. Берите детей от экрана, наслаждайтесь просмотром. Берите печеньки, чаек, всем приятного просмотра. ГИБДД, меня машина убила! Так, нужно позвонить Джимми. Ребята, я знаю, как остановить Джонни. Надо сначала его успокоить, а потом мы сможем с ним поговорить. Я знаю, как это сделать. Встретимся в крепком стержне. Вам понравится, не сомневайтесь. Призвал своих друзей к оружию. Я предложил решение нашей проблемы. Ладно, а это что еще такое? Передвижная сцена, запрыгивайте, я все объясню по пути в планету святых. Давай уже объясняй, Джимми. Пирс, певец, если он будет петь песни Айши, мы сможем утихомирить дикое животное, засевшее у Джонни внутри. Это даст нам шанс пообщаться с ним. Ты, похоже, шутки шутить вздумал, а зачем нам планету святых? Сегодня там отмечают день фантастического почитания. Гэт может показаться там, чтобы встретиться с нами. Единственная проблема — толпа. А что с ней? Нужно не так ее отпугнуть. Его, держите этот пчеломет. Мое собственное гениальное изобретение. С его помощью можно сдержать огромную толпу, никого не убив. Пчеломет? У меня просто нет слов. Начинай, Пирс. Я тебя ненавижу. Следите за толпой, люди прорываются. Слышу его. Похоже, он в другой планете святых. Пирс, выдвигаемся. Возбужденные толпы и понимание того, что ребята скоро встретятся со своим другом, повысило им настроение. Пение Пирса дало результаты, а изобретательность вашего покорного слуги позволила удержать фанатов на расстоянии. Благодаря силе лидера, что вел ребят, им было нечего бояться. И когда они отправились в путь, они думали о том добре, которое им придется совершить вместе. Приближаясь к цели своей поездки, святые уже понимали, что их друг там, и были очень рады видеть его живым и невредимым. Вы, блядь, чего с этим сотворили? Это Джонни! Эй, не забывайте про план, успокойте его, прежде чем приближаться. Точно, Пирс, начнем. Толпа приближается слишком близко к сцене, нужно держать ее подальше. Получается, пой дальше. Он успокаивается. Босс, у нас проблемы, вертолет приближается. Нет, они его убьют, быстрее сбивайте его, пока он не ранил Гэта. Где ты его прятал? Хотя ладно, лучше не отвечай. Почти. Нужно убедиться, что с Гэтом все в порядке. Нужно идти за ним, пойдемте, я выслежу его. Yeah.
Мы вновь отправились в дорогу за своим другом. Мы знали, что чем раньше мы его догоним, тем больше у него шансов остаться в живых. Чтобы все получилось, нам нужно было не терять головы. Они его убьют! Слушай, Гэт, все хорошо. О, черт! Начинай петь, я уверен, что это сработает. Я сейчас вас обоих просто ненавижу. Скажи мне, что этот пчеломет сработает на Гэт. Наверное. Но есть только один способ узнать. Но как мы не пытались, ярость замученного человека погасить не удалось. Не выходит! Стойте, у меня есть секретное оружие, сработает гарантированно. Нужно что-то посильнее. А самое сильное чувство в мире — любовь. Не посмеешь. Ты, блядь, не посмеешь. Она была его единственной любовью. Я не мог позволить ему жить без нее. Это в самом деле работает. Я же говорил. Ох, малыш, повезло тебе. На этом сабы закончились. И что там, я не знаю, они говорили. Без понятия, честное слово. Надеюсь, Саша, все в порядке. То, что в английском я не очень. О, рад тебя слышать. Кажется, я нашел нашу новую вписку. Пирс, предполагалось, что ты будешь искать Лорена, а не квартиру. Да понимаешь, уж такое красивое место. И, кстати, там Моргенштерн хозяйничает. Ну ладно, я слушаю. У Моргенштерна есть пентхаус в даунтауне. Так вот, сегодня они устраивают там премьеру для клиентов своего мира. Их агент по недвижимости тоже там будет? Очень смешно. Я собираюсь сказать, что мы сорвем им прием, перебьем Моргенштернова и займем пентхаус для святых. Я в игре, какой план? Святые пойдут вниз и дождутся, когда ты им лифт разблокируешь, потом пойдут наверх. Погоди, а если лифты заблокируют? Как же я, в натуре пентхаус. Точно, встретимся в аэропорту. Ты о чем думаешь? В моем бассейне какой-то говнюк. Ребята уже внизу, скажи только слово, и мы туда ввалимся. Поехали! Ладно, все чисто. По крайней мере, я высоты не боюсь. Как только добуду код, дам вам знать. Только скажи словечко, босс. Спорим, ты знаешь код от лифта. Иди в жопу. Ты и правда хочешь играть в эти игры? Отлично. Код 1313. Просто посмотри на карту.
all this go without a fight. Какой у нас план? Перебить всех гадов в нашей новой квартире. Вроде ничего сложного. Говори со мной, Шаунди. Хорошие новости, мы все почистили. Плохие новости. Мальчики говорят, это место вот-вот взорвется. Да, пожалуй, и правда плохие. Куда собрался этот тип на вертолете? Наверное, он и установил эту чертову бомбу. Тогда постарайся его не убить. Надеюсь, все будет чисто, когда я вернусь в Шаунди. Я что, похожа на гребаную горничную? Было бы неплохо, секси, как черт знает что. Мы тут сидим на бомбе, а ты шутки шутишь. Ладно, ладно, извини. Похоже, тут установленный закодированный таймер, и часы тикают. Он уже у тебя? Он еще не приземлился, не волнуйся, у него должны быть коды. Не, никаких кодов, только проводочки. Красный, зеленый, синий и черный. Тогда будем надеяться, что он не дальтонит. А ну прочь с дороги, мать вашу. Говори, какой провод обезвредит бомбу? Красный провод, режьте красный провод. Спасибо. Это красный. Черт, я проиграла пари. Святые не отступятся. Мэтти, беспокоиться не о чем. И я так думаю, господин Килбейн. Святые — это не более чем белый шум пустых угроз. При всем уважении, сэр. Мне кажется, слово «святые» больше не подходит. Я убью этого сукина сына. Я убью этого сукина сына. Я убью этого сукина сына. Прошу прощения. О, приветик, я Дженни. Я просто хотела сказать, что я очень рада и очень волнуюсь.
Это хорошо или плохо? О боже мой, вы меня разыгрываете, моя первая роль, и я сразу играюсь лидером святые. Но я бы и не стал так радоваться. Работая на камеру, это скорее для Шаунди или Пирса. Я кучу времени провозился с этим сценарием. А что не так с сценарием? Вы только скажите, немедленно подрежем. Нет, все круто, я просто. Мне до хрена карточек с подсказками понадобятся. Прекрасно, вот это мать ее кинопровада. Вы произведете фурор. Приятно с вами познакомиться, мистер Чен. Кто это дублерша и почему она со мной разговаривает? О, мистер Чен, я играю Квилану. В самом деле? Мне казалось, на роль Квиланы мы позволили актрису, у которой есть имя. Нет, только меня. Ну, прекрасно, блядь. Слушайте, это мисс Макникто ничего не испортит, обещаю. Я ей просто не дам. Договорились? Просто будьте сами собой, это будет нечто. Хорошо, снимаем, нахер. Хорошо, в этой сцене вы спасете инопланетную принцессу от армии. Ты говоришь про Дженни? Кто? А, да, Дженни так Дженни. Вообще-то ее настоящее имя не стоит моего утреннего двойного кофе без кофеина с соевыми сливками. Не стоит так уж задаваться. Играйте быстро и беззаботно, как святой. Вы будете выглядеть естественно, поверьте мне. Как скажешь. Все по местам, зарабатываем мне золотую статую. И мотор! Правительству не уйти с этим пришельцем, я все расскажу. Круто, крошка. Ладно, здесь вы выходите из машины и бежите наверх по склону, расстреливая всех вокруг. Я иду, принцесса. Держись. Держись. Я иду. Я спасена, ты не такой, как... Некогда болтать, мы... Снято! Знаешь что, у меня так не получится, жизни нет. У нас есть звезда, которая делает все для всех. И картонка, вырезка, которая делает вид, что подыгрывает звезде. Нам нужно все это как-то все. Оживить, возвращаемся к входу на базу. Мы все немного перекрутим. Больше охраны, больше автоматов. Не против еще одного дубля? Да, я просто, понимаешь, пытаюсь понравиться мистеру Чену. Приземлись в цель, это будет отличный кадр. Дубль 2 и порадуйте меня. Дежавю. Да что, черт возьми, с этим чуваком не так? Он разум потерял. Я не позволю забрать их вас, я не позволю вам, я не позволю им забрать вас, принцесса. Большое спасибо за то, что спасли меня. Я защищу вас, идем. Так держать, я прогоню их. Я впервые в жизни летаю на такой штуке. Это называется вертолет, и я верю в вас, принцесса. Пожалуйста, на вашем языке меня зовут Квилана. Ты справишься, Квилана. Ты, бля, что, меня разыгрываешь? У
нас проблемы. Что происходит? Мы падаем. Боже мой, ты как? Такое регулярно случается. И снято! Прекрасно! Отлично, помахали кулаками и симпровизировали, мне понравилось. Я знаю, я хорош. Спасибо большое, мистер Чен, я рада, что вы... Ага, вообще-то я разговаривал с нашей звездой, а не с тобой. Ты со своей эмоциональной палитрой смахиваешь на те бублики, вроде тех дерьмовых бубликов с цельным зерном, которые никому не нравятся. Ладно, готовимся к следующей сцене. Не обращай внимания на это дерьмо, ты отлично справилась. Спасибо. Итак, снимаем и покажите мне нечто волшебное. Вперед, давай возьмем машину. Тут повсюду охрана. Военные не сдаются. Мы не сможем оторваться от них на этой примитивной тачке. Строка. Извини, Дженни, ты отлично справляешься. Спасибо. Вилана, не выходи из роли. Боже, ты что, в первый раз в жизни снимаешься? То есть... Спасибо. Черт, где они только столько людей набрали? А ты про ваших военных руководителей? Военных кого? Нет, я говорю про Чена. Они перегородили дорогу. Мои люди, они нападают. Если мои люди уже здесь, боюсь, мы опоздали. Ты, блядь, что, меня разыгрываешь? Опоздали из-за пророчества, в котором... И я тебе в тупую харю выстрелю. Стой, что? А? Извини, чертов телефон смс-ку целую вечность отправляю. Ладно, снято. Не беспокойтесь, потом подрежем. Итак, в этой сцене вам нужно будет перелететь на машине через реку, чтобы добраться до безопасного места. Все уже установлено, защиту от дураков поставили, так что не налажай в этот раз, Джейми. Я, наверное, вы имели в виду Джейми. Меньше слов, больше газа. Это будет просто, вот увидишь. Все в порядке, я просто плыву по течению. Итак... Мотор! Это кажется невозможно. Да, действительно. Снято! Джемима, это что еще было? С таким прыжком и ребенок бы справился, без ноги и слепой. Никто не сможет совершить этот прыжок. Послушайте, мне очень жаль. Пожалуйста, пожалуйста, давайте не позволим этому случаю разрушить наши отношения. Это на 100% вина директора по кастингу, я клянусь. Ты с ума сошел? Он же режиссер. Это не означает, что он может издеваться надо мной, как ему вздумает, или над тобой. Ладно, давайте повторим все сначала. Ладно, быстрее, сильнее. И не так отстойно. И начали!
Вот именно. Нахуй поворачивай здесь. Но это же не по сценарию. И что? Джоан, ты что, черт возьми, делаешь? Направь все камеры на нас. А, да, я понял, что вы хотите. Блестяще, продолжаем. Ты уверен, что это хорошая идея? Тебе нужно научиться постоять за себя. Не уверена, что смогу это сделать, особенно если учесть, как он обращается со мной. Тогда следи за мной, я покажу, как это сделать. Думаю, мы от них оторвались. Снято. На сегодня съемки закончены. Большинство из вас прекрасно поработали. Имена называть не буду, потому что я уже забыл ваши имена. Потому что от вас нет никакого толку. Уходите с моей площадки. На этом наши приключения заканчиваются. С вами был Розе. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. До новых встреч.